Всем привет, дорогие друзья! С вами Странник, и вы на канале Задротикс. Сегодня довольно-таки необычный ролик, и это, наверное, новая рубрика, опять-таки, на этом канале. Дело вот в чем. Я решил устроить такую тему. Значит, есть рубрика новая, которую я выпустил, пилотный выпуск. История игровой классики, так называемая, да? И у меня появилась такая мысль. Я буду делать ролик по игровой классике, то есть по какой-то конкретной игре, например, да? Следующий же ролик у меня будет обязательно по этой игре, по которой я сделал обзор. Ну, все-таки канал же игровой, мы все понимаем прекрасно. И если придерживаться этой интересной затеи, то получается, что сейчас мне нужно пройти первого Соника. И не то чтобы это прям как-то сложно, но вы просто поймите, что я играю в игры на Sega и на эмуляторах Sega с буквально 6-летнего возраста. Я много чего умею в этом плане. Так что, ну, как нуб я точно играть не буду в этих играх. Но, тем не менее, мы с вами будем рассматривать различные игры, историю игр, историю компаний, возможно, и потом я буду проходить эти самые игры. Причем все будет в такой обстановке делаться, что, ну, все без сценария, все чисто на живую, на первый дубль, чтобы вызывать, ну, чтобы чисто вот эмоции, которые есть сейчас, можно было хоть, ну, как-то, ну, скажем так, не разыгрывать эти эмоции, да, а чтобы эмоции были более реалистичные. Что ж, сегодня у нас на очереди игра по Сонику под названием Sonic the Hedgehog. Игра от компании Sega, выпущенная в 1991 году, выходившая в нескольких ревизиях. Сегодня мы с вами будем играть в версию Rev 01. Потому что, как я и говорил, в ней исправлена куча багов, куча косяков исправлено было. Поэтому для как бы, получения полноценного игрового опыта и какого-то, не знаю, хорошего настроения, мы будем играть в версию, которая вышла позже и которая чисто, ну, с меньшим количеством багов. Что ж, ну, сейчас я подключу. Тут эмулятор немножко тут сложненько сейчас. Одну секундочку буквально. Так. И мы с вами начнем. Проходить я буду, естественно, собрав все 6 камней. То есть я буду максимально собирать все, что только могу, все, что только знаю. Торопиться не будем. Просто будем играть, как играется. То есть чисто разговаривать. По душам как-то, может, я что-то интересное вам расскажу из своей жизни, игрового опыта. Ну и поедем. Итак, давайте-ка запустим. Ну, погнали. Так. Это не я, вот только заставка еще, это не игра. Все, поехали. По-нормальному, так. Я не буду сейчас пытаться какие-то тут рекорды поставить по геймплею. Я просто буду играть аккуратно, но и не слишком тормозить. Так, надо проверить вообще звук, потому что звук, наверное, очень громкий. Я, пожалуй, сделаю потише саму музыку, потому что, ну, играть так, конечно, хорошо, но сами понимаете. Все. Так, пробуем. Играю я в маленьком окошке, чтобы вам было как можно удобнее, да, смотреть это все. Тем не менее. Так. Опа. Блин. Опа.
Отлично. Серьезно? Нет, это прикольно, кстати, это прикольный баг. Ну, это такое-то чисто. Так, надо мышку убрать, а то выглядит как-то плохо все. Мышки в нашем детстве не было, мы играли так, как было. И да, у нас у детей, скажем так, да, не было в этой ревизии 0.1. И мы играли в Rev 0.0, получается, да. Которая была, по сути, без фиксов и прочего. Так, ну давайте-ка. Ой, кольцо не собрал здесь. Собрал, нормально. Так. 100 колец уже многовато, конечно. Можно уже идти на конец уровня. Все равно смысла 200 колец нету. Ну да, колец много реально. Вот. Главное вот попасть в это самое кольцо. Фух, поехали, собираем из Рутхауса первый. Надеюсь, получится. Давно я уже не играл первого Соника, поэтому... Пам-пам-пам-пам. Блин. Ой. Ну, первый камень, он такой легкий, поэтому, как бы, да. Тут не должно быть затупов у меня никаких. Не, конечно, есть, но... Нормально пока, нормально, держусь. Все, камень собрали. И идем на второй акт. Вот сколько помню я своего детства... Я играл в Соника достаточно много, но в первой еже играл не так много. И единственное, что меня вот так вот связывает, точнее то, что я помню, да, это то, что я, ну, буквально проходил, может, Green Hill в детстве, и все. То есть на остальное я уже как бы забивал. Ну, потому что реально, вот это вот Marble Zone и последующие, они не такие интересные казались вообще. То есть, ну, игра не воспринималась как какой-то быстрый платформер, да, с дикой скоростью скроллинга, скажем так, да. Так, а если так сделать... Опа! Сейчас. Блин. Ну, без урона никак нельзя, конечно же. Мне главное собрать сейчас 50 колец, и этого хватит вполне. Как это здесь круто играть, я не собираюсь. Зачем что-то пытаться? Главное пройти. Ну а то, что я пройду этот уровень, и в принципе всю игру, это уже не сомневайтесь в этом. Естественно, было много багов в детстве различных, связанных с Соником, в принципе. Ой, ух, успел. Чё я могу вспомнить такого интересного? Ну вот, порой собирались мы по вечерам как-то. Я, батя, мой брат старший. И думали, во что поиграть. У нас было около, наверное, 20 картриджей. Может, конечно, и больше. Я еще точно, наверное, как бы количество не назову, все равно, сами понимаете. Нет. Нет. Фух. Да блин. Сейчас давайте-ка я... Ура!
Наконец-то. Давай, прорубай своими иголками это. Блин, это тяжко на самом деле. Не, ну я, конечно, справляюсь, но типа, блин. Вот я вспоминаю. Ну, в детстве я бы это не прошел. Вот, подобрал все-таки. Ну, значит, вот про что я говорил. Мы собирались, помню, вечерами, я, батя, мой брат, садились и играли в игры, которые у нас были на сешке. А у нас было игр, ну, не прям чтобы очень много, да, но кое-что все-таки было. Во-первых, у нас, помимо этого Соника первого, был также второй Соник на картридже. Третьего Соника я, по-моему, не видел на картридже в детстве. Мне не довелось увидеть его на картридже, но я в него играл, наверное, больше, чем у всех остальных ежей. Как бы это парадоксально не звучало, да? Ну, это как бы все объяснимо. Блин. Вау. Это что я сейчас сделал? А, ладно. Так, сейчас. Надо разогнаться немножко. Так, ну тут главное уже просто дойти до конца уровня. Тут как бы нам изумруд собирать не нужно, потому что здесь босс на этом акте будет. Ой, тяжело как сосредоточиться, что-то говорить даже здесь, когда вот играешь в такое. Это, конечно, легко, типа, играть, типа, ну, без проблем. Но формулировать свои мысли и играть, это такой, знаете ли, труд интересный. Вот реально. Впервые таким занимаюсь. Ладно, не впервые, конечно, но тут такие игры, которые требуют реально внимания. Ну, в общем, сейчас с боссом справлюсь. Короче, собирались мы такой компашкой, скажем так, да, я, батя, старший брат, и играли в игры, которые у нас были. А у нас было много игр. У нас был, как я уже говорил, первый, второй Соник, Король Лев, первый и второй. Второй, конечно, дичь полная, но тогда казалось, что все в порядке, то что это нормальная игра, без всяких проблем, но вы сами понимаете. Какие времена, такие и игры. Вот. Ну, мы, может быть, еще поговорим с вами про второго Короля Льва и про третьего, про эту пиратскую всю хрень, если, конечно, вы захотите. Но сейчас я буду только проходить Соника, потому что я по нему снимал ролик. Как вы видите, да, вот уже проблема главная первого ежа, то, что в Marble Zone уже, в принципе, побегать не получится. То есть, ну вот что это за платформер такой? Это реально сложная тема, если так подумать. То есть, по меркам платформеров, Соник, ну, конечно, самый быстрый платформер, но самый быстрый только на первом уровне. Тут какие-то, даже спрятаны какие-то тут такие штучки находят интересные, вот так вот как-то берут. Как-то вот так вот встают. Ну, я не спидранер, поэтому... Я пытаться проходить это прям по-быстрому не хочу и не собираюсь... Чисто хочу кайф получить от игры, понимаете? Меня вот всегда интересовал вопрос в детстве, как попасть вот туда. Вот туда вот. Вот как? И смысл главное. Ну, в общем, да. С Соником также интересная история была. Можете подумать, типа, игра от Sega. Да, игра от Sega, но вы знаете то, что эта игра смогла попасть и на нинтендовскую консоль. Ну, я, конечно же, говорю про Dendy, потому что была игра под названием Samario, которая вышла на Dendy. Это прям, да, это безумнейшая тема. Пам-пара-па-пам. Ну, в плане музыки, конечно, прям надо дать должное. Все-таки Масато Накамура, меня так называли, звукорежиссера этой игры, очень хорошо постарался над музыкой, но
Он также работал над музыкой во втором Сонике. Правда, некоторые его работы так и не попали в релиз. Например, тема Hidden Palace. Но мы про это тоже еще поговорим. Там прям интересный рассказ будет. Просто мне пока что времени не особо хватает, чтобы это чтобы рассказывать про это. Но, в принципе... Да, Marble Zone такой, типа, знаете, как храм, короче. Ну вот. Вот 80 колец тут. Можно, конечно, не больше было собрать, но мне главное попасть в кольцо. И собрать изумруд хаоса. Еще, по-моему, игра была такая. Господи. Парк юрского периода называлась она. Ой-ой-ой. Я аж на паузу поставил, чтобы проверить себя в кадре. Так. Ой-ой-ой. Наверное, это была плохая идея. Да? Нет? Нет, да. Нет, нормально. Нормально живем. Пока что живем. Блин, что такое-то? Давай, прорубай своими колючками. Нет! Господи! Такая же это дичь. Вот, скорость замедлил. Нет. Сейчас такое подыхаю, да? Нет, собрал на континью. Ладно, хрен с тобой. Yes! Аж и континьюс собрал, нифига себе. Ну вот, конечно, в детстве я так не умел играть настолько хорошо. И я не понимаю смысл собирать все камни в первом Сонике, только, только типа ради хорошей концовки. Ну, блин, не знаю. Ну, конечно, переход между уровнями мне больше нравится в третьем Сонике, потому что он... Какой-то более динамичный в этом плане. То есть там погрузка прям во время игры идет. Это прям очень круто. Круто, когда вот так вот реализовано на Сеге. Типа бесшовные вот эти вот уровни. Это в принципе, ну, очень высокий уровень. Так, этих гусениц нужно всегда убивать через перед. Не через зад. Иначе будет жестко. Так, тут побыстрее. Ох, сейчас будем бежать от... Фу. Ах. Сейчас будем от лавы бегать. Ух. Ой, как же в детстве я боялся этого места. Знали бы вы. Ну, я вылез-то всего пару раз в этом месте в детстве, поэтому... Неудивительно. Так, ну это легко относительно. Если помните, я через лаву бегал здесь просто. Но вот в рев 0-0 мне бы не удалось бы это сделать вообще, потому что там, в принципе, нельзя такое сделать. Так, а вот тут, насколько я помню, есть секреточка. И не зря я тут щит сломал. Ну ладно, хрен с ним. Тут есть секреточка. Так, тут уже исправленный баг, я вижу. Кстати говоря, у меня вот на моей, сейчас в моем клоне Сеги, под названием Sega Retro Genesis HD Ultra, там, короче, версия получается Rev 0.0. Это заметно по тому, что там есть. Вот жизнь схавал, отлично. Теперь опять идем назад. Даже можно вот так вот. Хопля, хопля, хоп. И вот так. В целом я играю сейчас неплохо, реально. Вот прям... Прям хорошо. Это прям классно.
Но Sonic 1 это реально прям платформер. Прям вот, знаете, полноценный платформер, который требует, ну, очень много скилла. То есть, если вот вы меня спросите, какой из Соников самый... Блин. Что со мной не так-то? Короче, если меня спросите, какой Соник самый сложный по скиллу, то это однозначно будет первая часть. Ну, именно сложный в плане платформинга. Если мы говорим не про платформинг, а про, например, там сюжет, количество уровней, то это, естественно, будет Sonic 3 и Knuckles. Но мы говорим сейчас про первого ежа. И помню, я уже как-то задержался на этом уровне, пора бы уже отсюда потихоньку выходить. Отлично. Главное, чтобы у меня было 60 колец. Это вот самое главное условие. Есть. Уже 70, ладно, окей. Отлично. Отлично. Памс. Ну, чисто все по классике, как вот в детстве, знаете. Типа, вылетело, улетело и прыгаем. Чисто тайминг. Ух, сейчас чуть не получил урон. Это, кстати, было опасно. 100 колец. Пожалуйста. Ну, а теперь... Конечно же, набираем себе очков. Yes! Попал! Слава тебе, Господи! Уже 100 тысяч очков, нифига себе. Но это все из-за этих. Так. Блин, вот это вот я не помню, как точно проходить. Смогу ли я пройти вот эти уровни с изумрудами? Вот честно, не знаю. Ну, в целом, тут как бы нельзя ошибаться. Типа, нежелательно. Не, ну можно, конечно, но типа не более там пары раз. Отлично. Теперь, наверное, сюда. Нет! Я не знаю, куда я полетел. Вроде правильно. Так. Упали. Отлично. Я... Что? Нет! Ну вот реально, вот думаешь, сколько вот раньше... Вот реально, вот раньше, чтобы получить веселье, счастье, многого не нужно было, реально. Просто взял, включил приставку свою старую, подключил к телевизору, сел играть, и сразу счастье. Ну вот реально. Сейчас такого, к сожалению, уже не ощущается. Да, существует PlayStation 5, да, Xbox Series X там есть, но что-то мне подсказывает, что эти игры, если и станут культовыми, то только лет там через, ну, не... Ну, вот о чем, собственно, я и говорил, надо быть аккуратным. Благо, это только начало уровня, поэтому не так страшно, но вообще, конечно, да. Пойдем через этот путь. Это третий акт, поэтому нам не так страшно здесь по поводу колец, но все равно, знаете ли, кольца нам нужны и важны очень. Это я щит взял чисто, чтоб просто был. Конечно, щит мне больше нравится в третьем еже, потому что там есть несколько разновидностей всяких там щитов и так далее, да? Так, по-моему, тут как-то можно было получить, не знаю, или не здесь. Ладно, фиг с ним.
Просто идем и играем. Не оглядывайся. Ну вот о чем, собственно, я и Ладно, можно так даже поторопиться. Ладно, нельзя. Что-то я специально, мне кажется, это сделал. Но я живой, да. Так вот это и работало раньше, в детстве. Можно было хоть лаве поплавать, отдохнуть. Ну, конец, конечно, мало. И вот она, первая смерть. Я не хотел, конечно, чтобы тут смерть была, но это чисто, знаете... Не потому что мне скилла не хватает, а просто потому что я... Как-то расслабился, знаете ли. Начал говорить что-то про, там... Про свое там. Лучше, конечно, все-таки говорить про другое, да? Наверное, лучше не про свое, про что-то другое говорить, правильно? Да, наверное, правильно. Ну вот, да, собственно, говоря. Памс. Пара-пам. Так, по-моему, тут все-таки есть какая-то штука. Или это не здесь? Ну ладно. Пускай будет здесь. Я бы мог и проспидранить, опять-таки, я говорю. То есть это вообще не проблема. Но я не хочу. Я хочу получить кайф от игры. Что могу еще рассказать? Ну вот... Как-то помню, были времена, интернета не было. Все было в этом плане плохо. Но были всякие мануалы и книжки с паролями и читами. Конечно, в этих книжках половина паролей не работала, половина там имели какие-то косяки свои, но с другой стороны, хорошо, что была хотя бы такая возможность читерить, скажем так, да? Причем вполне себе легально. Да ё-моё, что со мной не так? Вот поэтому я не люблю эту... Ну вы поняли кого. Тем не менее. Чуть не задавило опять. Здесь меня часто давило в этих штуках, потому что мне казалось, что это штуки из Mortal Kombat. То есть... Да, вы не поверите, я просто играл в Mortal Kombat 5. Да, был такой шедевр, Mortal Kombat 5. На Sega. Который вроде как даже был официальный, но вообще полную хрень под коробкой имел, вот серьезно. Фух. Перепрыгнул. Отлично. Sonic выходил, как и большинство таких вот игр, по типу Тетриса, да, на огромном количестве приставок. Он был не только на Mega Drive, также была и 8-битная версия Соника, думаю, все ее знают, на Master System. И также существовал Sonic 16-битный на аркадных автоматах. Не знаю насчет него, возможно, мы в него поиграем, хотя я смысла особо не вижу, потому что различия между аркадной версией и сеговской... Ну, они настолько незначительные, что им просто можно пренебречь. Вот, серьезно. Но, опять-таки, все зависит от контента. То есть, если мы будем снимать, допустим, ну, если я буду снимать, скажем, про историю того же Comic Zone, например, да, на Sega, то мне придется его пройти. Честно говоря, в Comic Zone я ни разу не проходил, но идея у меня была такая, пройти его. Но все не собирался, опять-таки.
Некоторыми спидранерскими штучками все-таки мы попробуем воспользоваться в скраббрейне, но только парочкой, которые я знаю, и которые, ну, функционируют, скажем так. Ой-ой-ой. А, ну это третьяк, чего мне бояться, господи, блин. Раз переживался прям совсем. Вообще. Все, босс поехал. Босс изичный здесь. Да, сказал изичный, а потом ударился. Ну, конечно, Серега, конечно, давай подыхай на боссе. Да, потом ты ни разу не подыхал в своей жизни, подыхай прямо на ролике. Молодец. Ладно, я его прошел, поэтому ничего не знаю, все. Все по-честному, все хорошо. Так, вот ко мне баг интересный нравился, блин, не получилось его сделать. Когда Соник, типа, за другую сторону попадает, капсулы. Тут, конечно, не капсулы странные, на самом деле. Но все-таки что-то они имеют. Спринг-ярд. В принципе, уже середина игры. Ну, почти середина. Ладно, еще лабиринт. Лабиринт. И этот... Господи, еще лабиринт. А, реально, еще лабиринт. Короче, лабиринт и этот, как его, забыл. Starlight, вот. Название забыл. Вообще, вот, на мой взгляд, то, что в Сонике соблюдается такой интересный канон. То есть у нас всегда есть какая-то зона по типу казино. В данном случае это, конечно же, Спринг-Ярд. Есть какой-то уровень там по типу, условно говоря, того же Гринхилла, да? Та-ра-т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 а. Обожаю музыку вот эту вот. Нет! Блин! Я забыл, что там шипы. Я говорю, я, честно говоря, вот тут я уже все плыву. Я реально, я... Я проходил, конечно, скраббрейн, вообще всего Соника проходил, но... Реально, тут я уже плыву. Тут уже очень сложно что-то говорить. Ладно, думаю, 30... Ладно, думаю, все-таки соберу здесь кольца. Ну, 30 колец есть, отлично. Но чтобы их было хотя бы 50, то будет нормально уже. И дальше можно будет просто... спокойно играть. Не осталось-то буквально, господи, два камня собрать. По фигне абсолютно. Кстати говоря, прикол в том, что были версии также первого ежа, в котором был Суперсоник. Но они распространились только на отдельных сборниках по типу Соника Джем. Так, надо попасть под... Блин, ну не под такой же тайминг, Серега. Ну что ты делаешь? Вот. Отлично. Не, ну всякое бывает. Как бы я тоже не робот, знаете, я человек. Да, представляете? Ладно, 20 колец есть, так что нормально. В конце концов, у нас еще очень много возможностей собрать кольца будет. И в принципе, ну... Так что не так все плохо, как может показаться, да? Так. Ну, запись благо идет, я аж забыл проверить. Уже полчаса играем, между прочим, в эту игру. Офигеть. Ну вот. Так. Ну да, все, профукал. Ладно, хрен с ним. На другом акте, на новом, тьфу, на втором акте соберу, короче. На втором акте соберу, и будет нормально. Погнали дальше, чё. Ох, ну тут надо, знаете, вот так вот делать. Опа, под углом. Чтобы немножко ускорить. Да. Потом вот так вот. Опа. Вот. Я аж почему скручусь в клубок, потому что по коду игры
Если Sonic скручен в клубок, то максимальная его скорость 16, получается, ну не пикселей, ну короче 16 единиц. Есть там, короче, такая условная скорость, скажем так. И типа, если я... Нет! Нет, Серега, нет! Не повторяй своих ошибок. Не будь лохом. Или лохом. Хрен его знает. Так. Ну да, не будь таким тупым. Вот, нормально. Е... Я помню эту хрень. Так, лучше я пойду все-таки... А, она не... Блин, ну это мне сколько ждать-то? Ладно, хрен с тобой. Блин, ну Серега, ну что ты от краба дохнешь, а? Ох, Серега, полевой. Ну, собрался, не пой... Ну, все, плывешь. Да, по-моему, что-то начал плыть дико вообще. Это непростительно вообще, мне кажется. Ну, реально. Ладно, сейчас соберем. Соберем. Вот, собрали. Нормально. Нормально все. Че, не знаю. Ну вот. Ну вот, живехоньки, здоровехоньки, отлично. О! Отлично. Так. Что будет дальше? Ну? Давай. Тут есть такой бадник, который... Типа как броненосец, только он не броненосец нифига, да? И я его в детстве, вот сколько себя помню, все время путал его с каким-то, знаете, вот этот броненосец, путал его с Metal Sonic каким-то. То есть я думаю, что это реально Metal Sonic. Это не Metal Sonic, это просто бадник такой. Ох, Серега, попрыгунчик. Ладно. Да ёкарный бабай. Ну, сейчас мне надо точно собирать камень, потому что иначе, ну вообще, ребят. Надо реабилитироваться, я считаю. Осталось-то буквально два камушка собрать. По фигне. Так, сейчас будет сложно. Так. Кстати говоря, в игре в этой существует также и восьмой спешл, вернее, седьмой спешл стейдж, который не дает, конечно, никакого камня, но... Блин, не болтай, Серега, не болтай, ты всякого лишнего нет. Серега, ну не болтай. Серега, не болтай. Серега, не болтай. Не болтай, Серё... Да! Фух. Серёга, не болтай! Вот. Не болтает. Блин, ну... Слушай, ну это прям... Нет! Фух. Живем. Что так сложно-то? Ну, реально, это реально непросто, ребят. Вы должны это понимать. Как бы... В детстве это вообще казалось чем-то, ну... Супер нереально. Типа, блин. Камон. 5 камней. Осталось еще один, и будет хорошая концовка. Только... Так, ну поехали. Все, тут уже ничего особо ловить не придется. Нужно просто нормально пройти уровень. Без всякой фигни. Да ёкарный бабай. Головы хватит биться. Отлично. Я забыл. Блин, ну это надо попасть вот так вот. И то особого смысла в этом, мне кажется, вообще не было. Ну ладно, есть небольшой все-таки. Неуязвимость это полезный бонус. В моем случае.
Помню, я даже под эту песенку напевал такую... Точнее, под эту музыку напевал какую-то хрень в детстве. Мне даже нравилось это. Типа... Типа, fuck you, Eggman, fuck you, Eggman. Реально, вот, не без шуток прям. Это было реально дико смешно, и... Ну, тогда это казалось чем-то нормальным, веселым. Сейчас же я понимаю, что это пипец. Тогда это прям... Такие, знаете, теплые чувства вызывало все-таки. Если вы... Ну, есть просто люди на Ютубе, не все, конечно, есть те, которые считают, что играть в старые игры — это инфантилизм. Я считаю, что нет, они не совсем правы. Да, с одной стороны, это может показаться каким-то, типа, детским бредом, да, инфантильным. Но на самом деле, это то же самое, что играть в современные игры. Абсолютно то же самое. Даже круче в каком-то смысле. Потому что, ну, если вы играли, допустим, в Ведьмака, у вас там есть читы. Если вы там что-то не можете пройти, то вы это спокойно, ну, можете обойти через там читы. Однако, как бы, прикол в том, что во времена сеговских игр не было ни читов, ни сохранений, ничего. Поэтому, знаете, ну, это не инфантильно. Да, это немножко, может, где-то старомодно в каких-то местах, но в целом это... Очень даже интересно и весело. И главное, что... Ну, главное, что время человек проводит, пусть даже не совсем с явной пользой, да? Но в этот момент он хотя бы не делает какие-то плохие вещи, знаете? Ну, вот, 100 колец. То есть... О! Ну и куда я упал? Там хоть есть что-нибудь, или там пустота чисто? Блин, мне под таймик не подходит эта хрень. Отлично, блин. Думаю, тут уже босс скоро просто здесь. Часто вот подыхал здесь, в этом месте в детстве, вот реально. Часто, вот из-за того, что падал вниз. Как бы падать уже вообще нельзя, ни при каких обстоятельствах абсолютно. Ох, сейчас будет сложно. Да ёкарный бабай, садись уже мне. О, 3 удара сделал. Отлично. Сейчас даже как-то без проблем прошел это место, нифига себе. Видимо, у меня какой-то скилл еще имеется. Ну и думаю, тут дело все-таки в возрасте тоже играет огромную роль. Как бы в детстве я говорю, я в детстве проходил, может быть, всего раз. Всего Соника. А тут как бы, ну... Такой уже фигня. О! Тут музыка просто гениальнейшее изобретение. Оно прям вот... Оно прям и в тему, и под прикол. Ну вот реально. Пам-па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 -
написал эту музыку, он просто гений. Просто гений, вот реально. Гений своего времени. Пам-пам, па-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 
Да, водяного щита еще тут нету, но есть вот такая штука. Что, конечно, странно, но в целом изначально они планировали добавить именно возможность под водой дышать. Даже в файлах игры это как бы осталось.
Пам-пам. Вот платформа. Поехали. Па-па-па-пам, па-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 пам. Па-па-па-пам-пим-пим. Чисто решил весь уровень, ну, не весь, конечно, но огромную часть уровня чисто скипнуть. Пам-па-ра-па-рам. Ну как это может быть? Ой, меня аж лагать начало. Ну вот тоже один из моментов, то что... Блин. Ладно, потом соберу камень, походу. Тоже один из моментов... Вот почему я не стал круглым, а? Что это за бред? Ладно, давайте по новой. Жизни еще полно, контов еще полно, поэтому пройдем. Ну, короче. Что хотел сказать? А, вот. Непонятно, зачем так делать было. Что я почему-то по какой-то причине не мог нормально долететь. Ну ладно, впрочем, ладно. Ничего. Казалось, что я уровень скипнул немножко там. Ёкарный бабай. Ну вот этот момент, то, что я вот когда прыгаю, почему-то я не становлюсь круглым иногда. Вот. И вот этот интересный момент, почему это происходит. Анимация, что ли, не проигрывается? Непонятно. Пам-па-па-пам-па-пам. Блин, на кнопочку не нажал. Ну вот все, короче, все, Серега. Давай, Серега, подыхай, подыхай, давай. Ладно, я еще не подох. Хм. Ох, что-то жесткое. Прям вовремя уже начал задыхаться. Блин, вот кто смотрел на бета-версии этого уровня, тот должен знать то, что фон задний, который был изначально в этом уровне, он гораздо лучше того, что сейчас. Ну вот, гораздо лучше. Но они так его и не реализовали, к сожалению. Вот опять же, очень много чего разработчики должны были реализовать, но не смогли. Или не захотели. Опять же, никто это нам уже не расскажет. Да ё-моё. Тьфу. Я и забыл то, что там вода исчезает. О, пробка. Это вот обожаю эти моменты прям. По-моему, пробка есть только вот в Сонике 1 реально. Может, еще в Мании есть, но... Во втором... В третьем пробки и не было ни разу, не видел. Хотя... В третьем у нас... Что было? Блин, вот сейчас даже не вспомню. А, там бочка была. В третьем бочка была смертоносная, да. Но она не смертоносная, она просто никто не знал, как ее управлять, вот и все. Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка. Я соберу камушек потом. Не буду здесь его собирать, потому что, ну... Потому что это капец.
Да ё-моё, ну что ж я... Прям вот вижу то, что вот... Вылезают, а я все равно нашпиливаюсь на них. Как бы я вообще... А сейф есть? Благо есть... А, ну да. Конечно. Конечно. Зато его километров. Но хотя бы так, знаете. Уже я 3 раза умер в этой игре. Я давно не играл, опять же. Надо понимать то, что... Все, играем аккуратно. Аккуратно, спокойно. Хотя это странно, потому что Соник все-таки быстрый. Персонаж, он должен быстро двигаться. А я играю спокойно. Потому что, ну, нельзя им играть быстро, реально. Это проблемы вызывает. Похоже, короче, похоже. Согласитесь. Там уже концовка уровня вот здесь вот. Ну все, да, вот. Только что мог бы получить 50 колец, но нет. Уже все просрал. 2-жды просрал. Эти моменты прям вот обожаю. Все. Пофиг. Реально пофиг. А, жесть какая. Ладно, давайте попробуем. Осталось буквально 1 камушек собрать. Не такая проблема уж. У нас еще есть 3 попытки, получается. На сбор камушка. И в целом это неплохо. Но это условно неуязвимость, потому что здесь все-таки... можно задохнуться под неуязвимостью. Она не спасает от нехватки воздуха, скажем так, да? Чисто скручиваемся всегда. И прыгаем. Фух, жесть. Пам-пам-пам. Тут постоянно тратил урон. О! Вот то, что надо мне. Тем более сейчас. Да вы... Ну вот почему я сейчас не скрутился кружок, скажите мне. Почему вот я сейчас прыгаю, и я без кружка? Так нормально. Да нет, ну это... Короче. Вот бесит, когда вот он не прыгает нормально. Тихо, 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 тихо. На всякий случай так сделаем. Ладно. Дальше вот так вот тыкаем. Просто на всякий случай обезопасимся, хорошо? Вот хорошо. Вот. Чисто обезопасились. 89 колец уже. Нормально. 90 колец. Неуязку берем срочно и бежим вниз по фасту. Прям по фасту бежим. Тут я как бы, ну, вообще. Так. Отлично. Упала.
Отлично. Все. Спокойное местечко. Так, 95 колец. Щит. Ну, конечно. Покемон тут, или как он называется, даже не знаю. Все, нормально. Ничего не знаю, по жизни все хорошо у меня. 6 жизней это хорошо. Ух, нифига себе я сделал. Но это тоже надо уметь. Так, теперь аккуратно надо. Максимально аккуратно. Архиаккуратно. Так. А, все уже? Так, окей. Все, последний камушек должны собрать срочно сейчас. И будет хорошо. Последний камушек. Пам-пам. Блин, это... Нет! Так, все. Нет, ты ё... Все, собрал. Все, 6 камней это хорошо. Теперь можно спокойно играть дальше и вообще не париться. Ну и типа, потихоньку идем, вообще без всяких проблем там. Без всего. Да, это вот самый интересный прикол. Это первая зона зацикленная. Типа, если неправильно сделаешь, то она зацикленная. То есть можно так вообще бесконечно двигаться, но... Конечно же, надо вот так сделать. Да, вот так вот. И да, еще надо раньше прыгнуть. Так. Вот так вот, да. Вот. И теперь пойти сюда. Да, ё-моё. Хопа. Так, ну осталось тут... Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Короче, пошли сюда. Ёкарный. Вот ненавижу эти штыри. Потому что Соник на них впиливается, как на другие штыри. Дайте это новое прозвище. Соник-штыри-впиливатель. Вот. Вот реально. Вот на этом уровне просто Соник превращается в Соника штыри-впиливателя. Да е... Ух ты, блин. Ух ты, блин. Ух ты, блин. Тройное ух ты, блин. Да е... Ух ты, блин, 4. Ладно, ладно. Ладно, ладно, хорошо, хорошо. Я все понял. Я понял, ладно. Все, удаляем нафиг игру. Ладно. Я шучу, конечно. Но мой скилл реально куда-то резко делся. Я давно не проходил эти уровни, поэтому... Сами все прекрасно понимаете. А, вот сюда нам надо точно. Я забыл. Тут же колец полным-полно. Пара-па-пам-парам. Ну, 31 кольцо, это уже... Хоть что, хотя зачем нам 50 колец, непонятно теперь.
Нас теперь все есть, все нас теперь устраивает. Ну, Соник, да, Соник штрих-впиливатель, ничего не поделать с этим, ну. В принципе, все нормально. Никто же не умер, правильно? Все хорошо. Так. Хижидзе, давай. Кушай. Вообще звук, конечно, прикольный от этих пузырей. Когда он их подбирает. Как-то много ловушек не находите? Что-то мне кажется многовато вы сделали. Вот была бы сейчас версия Реф 0.0, я бы сейчас сдох. Ну вот реально. Но это Реф 0.1. Так. Да ёкарный бабай, ну что с тобой не так? Ёж ползучий. Я понимаю, что это разборка. Но не до такой же степени. Ну все, у меня колец нет. Сейчас сдохну. Вот прям чекайте. Ладно, сейчас попробуем. Может, мне повезет. А, да, тут я знаю этот прикол, то что здесь в этом месте почему-то все вот так. Фу, хотя бы не сдохну теперь. Видимо, они планировали как-то такой типа вариант. Господи. Чуть не упал вниз, вот реально. Вниз не упал вообще нельзя. Давай, пузыречек. Отлично. Так, поехали дальше. Ах, Серега, Серега. Точнее, ёж-ёж. А мне еще страдает проходить, между прочим. Искра Брейн. Так-то. Так что игра, да, реально, ну, не такая простая, как может показаться. Вот, конечно, вот. Прямо вот в этот тайминг надо, Серега, да. Отлично. А кольца дадут мне, нет? Видимо, не дадут мне кольца. А я бы хотел кольца получить. Кольца мне нужны. Прямо от слов серьезно нужны кольца. Что, не будет колец? Правильно, зачем тебе кольца, Серег? Давай так прям. Проходи же так. Не выпендривайся. Ну я-то не выпендриваюсь. Я прохожу. Что-то мне кажется, перед боссом не иметь колец, это как бы... Ну, вообще-то очень плохо. Да, тут есть триггер, который опускает это все дело. Это я точно знаю. То есть мне что, босса проходить получается без колец вы предлагаете? Отлично. Еще это делает под водой, да? А, ну... А, ну тут, по-моему, щит должен быть сейчас. Мне хотя бы щит дадите. Впрочем, главное здесь это не победить босса, а дойти до конца.
Поэтому здесь как бы, ну, тоже такая предъява с моей стороны такая, знаете ли. Странная. Надо просто дойти до конца здесь, в этом адилище. Блин, ну я ж почти... Рано прыгнул. Вот рано прыгнул, все. Ничего. Ничего, Серега, да. Без колец проходи это место. Конечно. Без колец же это возможно пройти, конечно. Ну да, там это можно пройти без колец, конечно. Только у меня скилл уже не такой, что проходить это без колец. Это... Ну вот вы видите, какой у меня скилл уже, да? Я это без колец уже не пройду, наверное. Ладно, я не буду сдаваться, я пройду. Все-таки мы же ради... Игры здесь собрались, правильно? Но это реально хардово. Здесь. Потом, знаете, я еще и очень устал. Это, конечно, оправдание мое, но... Я реально уже устал играть. Но мне пока нравится. Вот реально. Тут не нужно 8 ударов ему давать, потому что здесь главное... Дойти до конца. Сказал Серега. Ладно, давайте. Хорошо, давайте я не буду торопиться и просто пойду спокойно и аккуратно. У меня же почти получилось это сделать, правильно? Ну вот давайте. Чисто буду аккуратно проходить. Прям аккуратно. Я не хочу конты тратить, понимаете? Это будет совсем стыдно. Вот я поэтому боялся, потому что, типа, ну... потому что думал, что времени не хватит мне на от воздуха. Ну ладно, хрен с ним. Я прошел это место. Без колец. Ох, как же тяжело-то. Реально тяжело уже. Дается игра. Ну, изумруды я собрал все, поэтому я не могу сказать, что я не умею в это играть. Давайте же музыку послушаем, а? Короче, на мой взгляд, это все-таки самая лучшая композиция именно в первом Сонике. Потому что, ну, во втором есть другая, даже другие мои любимые композиции. А вот в первом ЕЖ это, наверное, все-таки самая-самая хорошая композиция. Вот. Так... Делаем вот так. И делаем разгон. Надо все-таки жизни собрать, потому что у меня, ну, нету жизней нормальных. Точнее, нормального количества. Для игры в это. Вот. Так, эти, по-моему, не кидают свои эти штуки, поэтому хрен с ними.
Давай. Да ё-моё. Тара-тан-тара-тан. Фу. Ой, я забыл про это место даже. Жесть. Вот, на Sonic 1 это самая лучшая композиция, мне кажется. Просто все помнят не Starlight, а Green Hill, потому что Green Hill была первой. Хотя... Именно Starlight разработчики изменили... для того, чтобы сделать Emerald Hill во втором Сонике. То есть, да. Они же делали его на основе первого ежа. И взяли как раз-таки этот уровень. Так. Блин. Че, опять возвращаться, что ли? О, господи, вот ненавижу эти вентиляторы просто. Ладно, фиг с ними. Кольца все равно у меня есть, и зуд у меня тоже есть, поэтому по фигне вообще. Вот, прошел потихонечку. Нормально, я считаю, нормально. Пам, пара пам пам парам пам пам пара пам. Теперь хоп, оп, вот так прыгаем. Ну вы поняли, зачем, да? Я так прыгнул. Ладно, 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 хорошо. Все, не выпендриваюсь. Ну вот Starlight тоже хорошо, более-менее проработано в плане динамичности, но опять же, вот таких вот мест просто куча. Поэтому особо не разгонишься. Ну да, о чем я и говорил, видите, то есть я разогнался и все. Парам-пам-пам. Парам-пам. Парам-пам-пам-парам-пам-пам. Турун-тун-тун. Я, конечно, наверное, не рассказал про сюжет этой игры, но, в принципе, зачем рассказывать про то, что и так все знают, и так миллион раз уже рассказывали. Нифига я нашел тут колец. И все просрал. Все просрал. В одночасье. Да, битовать начал. А чё бы нет? А чё бы да? Ну вот да, вот в некоторый момент игра реально начинает подлагивать, потому что очень много частиц здесь становится. И колец. Вот тоже не каждая приставка могла это потянуть. Такое количество частиц. И элементов. Куда я спешу?
Пускай так. Я уже дико устал, честно говоря. Осталось тут буквально 4 уровня. Ну ладно, 5. С натяжкой 5. По факту 4. Что еще могу рассказать интересного? Была такая штука, как Game Genie. Правда, вышла она уже гораздо позже. Это был отдельный такой картридж, скажем так. Который, да, позволял реально читерить, но, опять-таки, все эти читкоды были далеко не от всех игр, далеко не со всеми играми работали и существовали не всегда. Но я, опять же, не читер, да, заядлый, поэтому я вам это не объясню. Вот, но в целом, да, как бы читы были в те годы, но, опять же, они были в таком тяжелом доступе, что если ты, типа, например, случайно в Сонике 3 активировал дебаг-мод в те времена, то это казалось чем-то настолько нереальным, что ты, ну, вообще, типа, бог, вот настолько. Потому что дебаг-мод был только у разработчиков. Ну и у пары человек еще там, которые знали. Не более. А если это знал ты, ты автоматом становился королем просто среди своих сверстников, друзей, знакомых. Но потому что ты знал то, чего не знают они об играх. Там, о читах и так далее. Так что да, читеры были всегда. Просто проблема в том, что не всегда, точнее, в наше время читерство это плохо. В те времена это все-таки было, ну, чем-то даже хорошим, знаете ли. Вот про что я вам и говорил, почему здесь бегать не получится. А у меня еще спиндэша нет, между прочим, это потому что первый Соник здесь, нет такого. Как мне выкручиваться? Так что ли? Да, с прыжком. Отлично. Давай, собирай кольца. Ну тут побегать не получится реально. Я вот пытаюсь, но меня сразу в какие-то дебри закидывает. А у меня одна жизнь, между прочим. Я, конечно, попробую ультануть и пройти здесь, но, блин, ребят. Я, конечно, терминатор, но не настолько. Да ёкарный бабай. Давай, уезжай отсюда быстрее, это крутилка, вертелка. Уехала, отлично. Так. Так. Прыгаем. Конечно. Отлично, подохли. Благо тут работает вот такой вот, такая вот штука. То есть я могу отойти назад и переспавниться эта хрень. Так. Сейв. Блин, босс. Ребята, одна жизнь.
конечно, Серега. Так, одно кольцо надо всеми силами. Сейвить. Нет! Отлично, попал. Ты... Отлично. 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 Да ё-моё, подыхай уже быстрее. Сколько мы тебе еще? Отлично. О, жесть. Ребята, это сложно. Это правда сложно. У меня одно хп. Одно хп. У меня, конечно, контов полным-полно, но у меня только одно хп и одно кольцо. И я прошел. Ох, только не Скрабрейн. Ой, не люблю я это, эту фигню. Ой, не люблю я эту фигню. Да я пробовал багом воспользоваться, а в итоге я сдох. Ну, у меня еще конты есть, ладно. У меня еще конты есть. Должны быть, по крайней мере. Да, еще. По-моему, у меня еще два конта, по сути. Ну, хотя бы так. Знаете. Я понимаю, что конты, конечно, такое тратить, но хотя бы так. Потому что я не играл очень давно в эту игру. Вот настолько. Вот сюда лучше. Ладно, я не буду так вот делать, как я делал до этого. Я пойду по обычному пути, как нормальный человек. Хотя, конечно, реально очень много чего могу скипнуть тем самым, но, видимо, они это пофиксили. В этой ревизии... Блин, да ёкарный вай. Конечно. Серега, ну блин, ну что ты? Я вообще пройду игру, интересно. Что-то я уж сомневаюсь. Ну вот вы сами понимаете, что здесь уже бегать вообще не получится. Скрабрейн это чисто завод этого доктора Роботника. Не спрашивайте, почему я называю его именно так. Я понимаю, что его зовут на самом деле Эггман, но на самом деле Эггман, типа, это вы не знаете. Эггман, это его имя только в Японии такое было. А в США нет. В США он был работником. Лучше этим путем пойти, он попроще как-то, мне кажется.
Да ёкарный бабай. Вот в реф 0-0 я бы тоже сейчас сдох. Ладно. Упал так упал, Серега. Упал так упал. Ничего не поделаешь. Главное, что жив остался. Хоть как-то. Ну, более-менее, ладно. Пум-пум-пум. По-моему, вот тут есть какая-то... Блин. Специально, что это сделано, я не пойму. Блин, это... Какой-то тайминг должен быть-то здесь. Я не пойму вообще. Отлично. Лучше так, реально. Идеально. Фу. Ну это уже прям, знаете ли, похоже на приближающийся скорый конец, скажем так. Пункт надо наверх. Не знаю почему, но, по-моему, наверх. Хотя можно было, наверное, вниз. Ладно, мы прошли. Все-таки с горем. Со скрежетом, с двумя смертями. Но мы прошли Скрабрейн, первый акт. Но это хрень. Это полная хрень, на самом деле. Потому что второй... вообще отличается от первого. А третий отличается от... Вообще все игры. Вот этими штуками нормально управлять до сих пор не научился. Ну что это такое? Короче, я не буду их использовать на полную катушку. Да ёмкарный. Что это такое? Ребятки. Нет, игра работает, просто я анимацию зациклил. Все нормально. Вот, так-то лучше. Так-то лучше. Поехали. Как я... Ладно. Не буду спрашивать, реально. Вот не буду. Да ёкарный бабай, вот... Это уже жесткая, ребят, уровень. Это уже реально жесткий. Но это почти конец игры. Еще и удивляюсь, что осталось-то. Господи, пара уровней. Ну, хоть не задавили, уже хорошо. Ой, заперли меня в этом говне. О. Дважды причем. Чуть не заперли. Так. Что еще можно рассказать? До Скрабрейна я доходил, ну, в своей жизни, наверное, очень много раз, но если говорить про детство, то в детстве я буквально раз был здесь. И то, я помню, родаки говорили, чтобы я побыстрее приставку выключал, потому что, типа, посажу телевизор, кинескоп, все дела.
Так, все, Серега, давай соберись. Проходи уже как нормальный человек. Ну вот, Серега. Тьфу, блин. Я хотел сказать, можешь, когда захочешь, и тут сразу. Да. Обожаю эту хрень. Ну, конты у меня еще должны быть. Сэм я определенно пользоваться не буду. То есть, если я сдохну в этой игре и не пройду ее в итоге, значит, так тому и быть. То есть, ну, все по чесноку должно быть, я считаю. Какие игры мы не пройдем, я их потом буду перепроходить. Возможно, на стриме где-то, возможно, еще как-то. То есть, это все должны уже решить вы. Но, опять-таки, это... Ну, конечно. Ну, сколько можно меня в этом говне закрывать? А, блин. Дважды, опять же. Сейчас, походу, сейчас я сдохну опять. Надо играть спокойно, размеренно, не торопясь. Вон тут 20 колец, между прочим. Это ого-го так-то. Да ё-моё. По тайме надо подстраиваться. Это, блин, сложно реально. Таран, таран, тарандон. Тарантон, тарантон, тан, блин. Тарантатан, таран, таратан. Давай, Сер... Серьезно? Я же не пройду это без получения урона. Ладно, окей. Это более мощная штука, она взрывается уже тремя патронами. Что вам игра слишком легкой не показалась. Понимаете? По-моему, там какое-то должно катиться что-то. Я не помню точно что. Но что-то должно катиться. Так, это через низ мы идем. Внизу у нас такая вот хрень поджидает. Это я помню. Да, вот что-то такое должно идти. Ну чё? Да ёкарный бабай. Тут же концовка, давай. И сейчас будет... Наверное, первая... Ладно, вторая. Я всё-таки первая катсцена в этой игре. Так. Ну чё? Давай. Давай, работник. Чё закрылся-то? А, ладно. Я же знаю, что сейчас всё меня скинешь. Ну вот скинул, что могу сказать. Так, тут надо как-то... Блин, ну я... Окей, ладно. Я понимаю, что там... Концовка, но это очень сложный уровень, реально, очень сложный. По факту это как лабиринт, только четвертый акт. Вот я его так воспринимал всегда. Потому что это полный пипец. Так, ну что, попробуем? О!
Yes, это хорошо, что я пал сюда, потому что так быстрее можно пройти. Так, это прям хорошо. Ну тут опять-таки вот эти вот, как я говорил уже, Соника-полкотыкатель. Или как я говорил, Соник-штыретык? Я не помню уже просто. Я уже к этому уровню... Как я и говорил, память совсем уже... Осталось один конт. Все-таки я должен пройти это. Я должен это пройти, но это что-то как-то уж совсем. Конечно, чел, конечно. А все, один конт. Все, больше контов нет. Ах, окей. Так. Нужно задеть и успеть. Yes. Это вот все из этих полкотыков, понимаете? То есть Сонику не нравится полкотыканье. Он настолько в этом всем преуспел, что и без меня уже знает, когда его можно тыкать, когда его тыкать нельзя, а когда его необходимо тыкать по расписанию. Конечно. Так. Сейчас нужна прям максимальная сосредоточенность, потому что, ну реально, я... Я в этом плане уже не тот, что раньше. Не прям профи, поэтому... Нормально. Все. Играем чисто по харду. Прям не отвлекаясь. Yes. Это, конечно, короткий левел, но... О, покемончик. Фу! Слава богу! Отлично. Да ёкарный бомбай, сколько этих дебилычей. Ну это прям, да, это прям хард, как вы понимаете. Я что, оказался в начале? А, нет, мне показалось. Или не показалось? Так, проходим
Серега, ну не задыхайся ты. Ну, блин. Все, одно хп. Сейчас решится все. Ненавижу, когда вот такое время наступает. Давайте так. Я все-таки позволю себе сделать сейв. Я сохранюсь. Сейчас. Рукак. Я так сделаю, я сохранюсь, но, скажем так, специально постараюсь не использовать. Я забыл, тут же есть место такое, где нужно просто быстро активировать вот эти все штуки. Я говорю, я вот последний скраббрейн вот дико ненавижу вот по этой причине, то что здесь постоянно нужно... Вот такой дичью, понимаете? То есть постоянно будет в страхе. Но, в принципе, я и так уже почти прошел, поэтому, в принципе, нормально. Но я еще не использовал сера сейф, смотрите. Я сохранился, но я сейф еще не использовал. Ну все, тут я уже не сдохну. Давайте. Ну все, поехали. Все, это последний уровень, ребят. Ох, надеюсь, я сейчас не сдохну. Как же я на это не надеюсь? Конечно. Так, прям хардово. Ну, не хардово, конечно, но... У меня одна жизнь, так-то вы понимаете, да? Ох, ребятки, так. Ну давай, работник. Хопа. Пошел. Блин, я даже сейвом не воспользовался, а мог бы. Офигеть. Ну вот, собственно говоря, мы с вами лицезреем еще и хорошую концовку игры. Ох, ребята, это было очень сложное, очень интересное, веселое прохождение. Надеюсь, вам тоже понравилось это. Что ж, следующий ролик на этом канале, который выйдет, он, скорее всего, будет уже по второму Сонику. Тогда мы и второго Соника пройдем с вами. А вот после выхода ролика про Sonic 3 и Sonic 3 и Knuckles, все-таки я решил пройти... Не по отдельности Sonic 3 и Sonic & Knuckles, а вместе эти игры. Вот, но... Есть просто у меня мысль одна. Только пройти их не на эмуляторе, а через Sonic 3 Air. Есть такая штука, думаю, знаете. Вот. Через Sonic 3 Air, наверное, можно сделать музыку в Sonic 3. Ну, музыку неуязвимости, да, чтобы соответствовало Sonic 3 характеру. И музыку мини-боссов, как у Соника 3. Вот. Тогда будет нормально.
В общем, ребята, да, это прям самое, наверное, одно из самых сложных прохождений для меня, потому что, ну реально, я проходил уже на последних жизнях и всем остальном последнем. И контах последних. Понятно, что я, конечно, все равно прошел бы это, но вот честным путем прошел вот так. Давно просто не играл, поэтому у меня скилла уже такого нет. Но, тем не менее. Получилось реально неплохо. Ну вот и все. Первая игра по Сонику, что сказать. Сейчас будет перезагрузка самой игры, мне кажется. После этого энда. Просто дальше не смотрел, не знаю. Ну, скорее всего, я просто нажму сейчас на Enter. А, даже нажимать ничего не пришлось. Просто перезапустилось. Ну вот. Как-то так. Что ж. Всем большое спасибо за просмотр, за внимание. В общем, надеюсь, вам понравилось. Всем удачи и всем пока.